Всех приветствую на канале, на ремонте iPhone 4. Значит, с таким дефектом после зарядки он перестал включаться. Значит, что было выявлено, что при... Так, питание. При старте... Так, вот... Видим, да, греется контроллер питания, и у него потребление 450 миллиампер. Так, суть в чем? Микросхему я поднял, вот, но КЗ осталось у нас на вот этом конденсаторе. Вот на этом конденсаторе, вот для контроллера питания. Так, вот она. И оно уходит под прот. Так, сейчас. Ну, она расходится тут еще на пару конденсаторов по плате. Но суть в чем? После снятия контроллера питания КЗ на этом кондёре остается по этой шине, и при подаче на него питания, так, вот у нас греется сам процессор. То есть всему виной оказался процессор. То есть, в принципе, работа потрачена впустую, в плане того, что процессор перекатывать, ну, как бы, не имеет смысла. То есть он, скорее всего, неисправный. Вот. Так что не всегда виной греющаяся первая микросхема. То есть потому что после ее снятия шина дальше в коротком. Так что ремонт не состоялся. Буду собирать без ремонта. Менять плату человек менять не будет, потому что она по сути ему не нужна. У него тут весь ремонт заключался в том, чтобы сохранять информацию с телефона. Вот. Перекидывать модем и NAND все равно не получится, потому что это надо будет прошивать телефон. Поэтому ремонт как такового не будет у него. Так что как-то так.